Я просто приобрел прицеп, да, который у меня не, в котором нет, получается, отопителя, и я хотел бы туда еще добавить душ. Прицеп бэушный, подождите, прицеп бэушный? Да, да. Понятно. А какого отопителя нет? Что значит отопителя нет? То есть там нет отопления никакого, там бэушный прицеп? Да, там вообще, да, бэушный прицеп, там нету отопления. Ну, звоню вам, почему, просто спросите, когда как вы занимаетесь прицепами, да, а если у вас возможность заказать там отопитель или... Подождите, я могу ли у вас заказать? И чего там еще нет в этом прицепе? Я хотел бы туда добавить еще душевую кабину. Там просто стоит из этого там стоит всего лишь биотуалет, вот, и все. А кто заказчиком был этого прицепа, вы? Да, это физлицо было, нет, не я был. Итак, отопления нет, душа нет. Угу, вот, получается, внутри там есть только два окна, кровать, стол, если вы понимаете, о чем я говорю, да. Раковина, шкаф и как раз-таки такое еще одно место наподобие шкафа. Ну, понятно. Горячей воды там тоже, как я понимаю, нет, да? Нет, конечно, нету там, ничего нету. Важно знать, в прицепе без всяких доплат должны быть отопление, горячая вода, душевая комната, туалет, холодильник, газовая плита. Газовое оборудование должно исправно работать и иметь документы о периодических проверках.